Сакана. Это на Йокана Маркаба. Проснулись нормально. Живы и офигенно. Стоп. Же окошко было, я титил. А! Твою мать, дед пересрался. Где окно, сука, спиздили? Так, это на 5. Опять дождь на вовсю хуярит. А что такое? Что ж ты выждал? Сегодня у нас че, какой день? 16:46. Дата. Где дата, мать его? Гребаный новый ПДА. Едите его колотить. 1 августа 2013 года. Сегодня день отстрела. Ох, елки-палки. Не хочется никак в этой погоде никуда. Ну ладно. Так. Чё там у нас-то? Сейчас проверим. Да сразу карточку-то глянем, а? Так. Стволяра мы на месте. Окоянный-то. Очкорасщепитель. 1945. На месте, нормально, супостатов решать-то будем. Так, там Михалыч обещал скинуть Тропенских на... Ага, вижу. Груз 228 для крупной... Есть, да, есть. А здесь у нас что? О, бомбом, это хорошо, да. Это как дедушка Максиму давно хотел бомбом. Бомбом и 228 груз, да. Так, ну чё, выдвигаться тогда надо? Там чё-то... Какая-то пальба, чё-то молодняк пиздится. Пиздится молодняк-то, а? Чё-то совсем прихуяри, ребята. Это, блядь, сука. Вот эти палатки новые, ебите его. Вот я помню, в СССР палатки были такие, что, блядь, оргии можно было устраивать. А сейчас, блядь, что это за палатка такая, ёб твою мать? Какую-то клемку стянули, и все типа, зашибись. Так. Ну чё, пошли за очкорасщепителем. Сегодня у нас день зачисточки, нормально, дедушка готов. Так, блядь, где этот экскаватор ебучий? Она, вот так вот выставились и пошли потихонечку, пока коленочки расходим, ножки-то забились, это в хламину. Ох, этот день зачистки-то, а. Те, а эти, петушня-то, а, молодая, Наяна и на станции. Думаешь, что типа, как бы мутанты сами помирают. Дурачки. Им бы кто сказал, они бы не поверили, что два дедушки-то, а, на здешних территориях. Дед Максим-то и этот, и как его, господи, друган мой, блин, забываю постоянно имя. Этот, Яр. Вот мы с Яриком-то ебить-то постоянно этих мутантов счищаем. Он у нас отвечает за эти, за Копачи. А я отвечаю за Юпитер. А то зомбези, сука, прут, что так я вообще херею. Если б мы с Ярычем не чистили, это ж все, блядь. Как бы всю локацию уже заполнили эти китайцы размножающиеся, сука. Молодняк-то, дурные эти, блядь. Еблеты понакупают мы новые, короче. И прутся, кто куда попало, нихуя не знает территории. А там контрабасик, как бы, да, хопочки за яички. И как бы все. Все, как бы, плюс один зомбези. А нам, сука, потом их чисти. Вот так вот, блядь. Пиздюки малолетние. Ничему их жизнь не учит, тупорылые. Так, ладненько. О, давай, экскаватор. Не, я помню, этот экскаватор еще стоял в путепроводе под Припятью. В году 2005 еще, наверное. Вот это были времена. Опа. Искрит, ловушечка, а? Че, неужели кто-то лазил туда ко мне? Я не поверю, блядь. Не поверю ни раз, ни жизнь. Так, сука... Деревья, вот, блядь, это не моя стезия, я, сука, не бурундук, я по знаку зодиака этот, рак, блядь. Сука, давай, блядь. Отлично. А раки, они такие, понимаете, раки, они как бы мид, дота, да, но, блядь, вот, сука, вот дерево это к бурундукам. Вот, блядь. Надо будет все-таки попросить этого молодого-то, этого, Куценко-то какого, господи, азот. Чтобы он мне смастерил лестницу, а то чё он, блядь, стволы чинит, а лестница нихуя, руки кривые, да? Хер залезешь же, ёпа-мать, ну давай, вот сук, зараза, вырос. Так, прыжок, опа, ну как в спецназе учили-то, а? Эти, пушистые береты, блядь, дай бог допрыгну. Вот она, сука, что, вот она, что творит окаянная-то, а, колени не те, блядь, не разошлился еще. Дождяра хера... Блядь, вроде небо чисто, сука. Шо, откуда дождь-то? Я чё-то не понимаю. Вот в наше время такого не было.
Да давай ты залазь уже, ну шо ж ты, да япона мать. Да, чувствую, сегодня у нас зачистка будет веселая, мы до нее просто не дойдем, блядь. Вот она, давай. Чуть-чуть, осталось, капелька. Вот. На подходе. Отлично. Ура. Прыжок. Вот она, хорошо, допрыгнули-то, а. Так. А вот он-то, мой тайничок-то, прям в аккурат аномалию я положил. Зачем сделал-то, говорится, чтобы не спиздонили-то, а? Пушка такая, одна на всю зону, это мне еще моему деду подарил, и мне досталось по наследству, то есть там вообще распиздячка такая, одна на все ЧЗО, блядь. И чтоб ее кто-то спиздонил, да ни в раз, ни в жизни, блядь. Вот я ее и положил, такую ловушку аномалии. В прошлый раз, короче, один сопляк полез за моим стволом. Выследил меня, да, мой тайничок. Полез, сука. Тупорылая мразота малолетняя. И знаете что? Знаете что, ребят? Залез, сука, и нам по щиколотку нахуй ему все оторвало, блядь. Сожгло просто, выщипало химикатами, к хуям, блядь. Все, блядь. Работай теперь бобром, сука. На дереве, дохлый. Так. Вот оно. Так, записка это от прадеда оставим. Распиздяйку взяли. Патрошки взяли. О, наркота советская. Военный блок батарей. Нормально. Все. К походу уготовы. Вот она, вот. Бегает. Вот она, моя хорошая дичка. Вот, сука. Вот, бистрик. Но реакция уже... Не та реакция уже, ну ладно. Года идут, дед Максим не стареет. Ну, только что немножечко, совсем чуть-чуть. Так. Не, чё я буду как распиздять-то слазить? Ща, как батька, через ковш... Блять, больно. Так, где Ковшинский-то, а? Ковшинский-то где... Сука, что ж такое? Вот она, блять... Вот она некрещённая-то, а? Сооружение. Сейчас бы нашего патриарха сюда, он бы быстро тут все, блядь, кривые эти текстуры. Так, вот помню, здесь мы раньше, вот в этом прям ковшике, вот так я сижу снизу, Зинка сверху. А, ну да, да, вы же молодые, я не буду вам рассказывать эту историю. И вот так вот мы потом тоже упали, и все, любовь. Так, ну шо, отправляемся на Юпитер мы. День зачистки-то надо, короче, сегодня будет зайти в тайное местечко деда Максима. Никто про него не знает-то, что оно вот так вот-то можно. Вот она, сука, бегает. Беглые зэки не так бегают, как эта сука бегает. Опа. Да что ж вы такие резкие-то на поворотах, как жигули мои, а? Туды-сюды, я тебя вот за коленку, блядь. Это сейчас вспомнил это, блядь, шутку. И Петрович рассказывал. Ленку за коленку, идите в Ленку. Тихо. Вот эти, сука, парни с противогазами, блядь, идите его нахуй. Та ну тебя нахер нехрист. Сучи потрох. Мансим. Перевороты, развороты, я тот-стоц, перевертоцы, та-та-та-та-та, отстоц. Оп, тихо. Да шоп тебя. Резкий как понос. О, усё. Отдыхай, братец, отдыхай. Не по твою душу шел со раза. Сам, сука, наткнулся. Что там? Этот первый постоянно кого-то призывает. Я не знаю, кого он призывает. Рация, походу, военного сломалась. Он как психопат жмет на нее, блядь. Кого-то призывает. Вот она, сука. Епископ, архиепископ. Да ёпана мать. Чё-то я совсем сдроботан-то с утра. А, это ж мы вчера с Михалычем-то вчера... Оп, тихо, прыжок. Давай, кто быстрее, собачка, ходу ты. Оп. А, тя. Собачонок-то, а. Медленный собачонок.
Это что-то, мы вчера, короче, то ли с Михалычем, то ли с Петровичем, то ли с Сергеевичем, я не помню с кем. Опа! Что? Да что так? Расщепитель-то косить стал? О, попал. Короче, бухали мы вчера люто. День, я не помню, то ли ВДВ был, то ли КГБ, то ли еще что. Опа, уехал. Саечка за испух. Короче, нажрались, а мы горилки-то, а? Салом обмазались. Стоим посреди поля. А на нас эти, сука, бегут, мутанты. Весело было. Так. Ну чё, начинаем по-тихому чистить? Ну и ебало у тебя, Серега. Кто там? Кто там ломится? Да етит тебя, успокойся, окаянный бес. Второй бес. Как говорил Змей Горыныч, два беса лучше одного. Все? На подходах что-то много бойцов стало. Слушайте, раньше поменьше-то было. Поменьше-то было, сука, этих пидороситов. Прут и прут, сука, ведь бесконечное отродье. Сейчас бы к моей нычечке-то пробиться, я бы им, сука, показал. Кто я здесь, батька? Так, ну не видно, пока не видно. Ну, мне как бы уже 104 года, возможно, вообще ничего не видно, но... Я вроде бы смотрю вот в прицел, да, как бы... И как бы нет, ничего нету. Как бы да, но как бы нет. Эу! Да не, чисто, нормально. Так. Привет. Слушайте, да что-то совсем мало. Где все ребятня-то, а? Че, вот это на старте отстрелы все, что ли? Кончились? Ну ладно. Ладно туда, че? Вижу. Вот они, скучковались-то, наркоманы ебаные. Да куда ты стреляешь-то со своей пукалки? Тут расстояние метров 10. Да. Опа! Поползли, вот они. Пидороси. Нет, многовато. Многовато будет, полезем на нычку. Так, где тут? Здание номер 4. Где вход-то, ёпона мать? Вход-то где, сука? Тут же раньше дверца была. А. Совсем зрение подводить стало. Так, чистенько. Чистенько. Как в передаче контрольная закуп. Вот, закупил пацан себе Жекана. Какие виды отсюда хорошие-то, посмотрите. Красоте не иначе. Ляпота-то какая. Так, сейчас бы дедушке-то старыми костями-то хрящами потрясти. Давай. Сука. Давай, застрял, радикулит, сука, молодой, бедро не так стало, бедро, все, нормально, отлично. Пролезли-то на нычку, а никто про нее не знает, потому что никто залезть-то не может, ни у кого так суставы не гнутся-то, а? Как у меня. Вот отсюда-то по ней можно и работать. Hello, guys. Да как так? Надо было брать с собой прибор для чистки. Что-то совсем ствол загрязнился. Но, наверное, все-таки копать землю этим столом не стоит. Он начинает косить. Так, тут... Внешний двор вроде бы чист, как бы, да. А внутри мы сейчас позыркаем. Что це внутри творится? Не видать-то никого. Что, всех отбили, что ли? Добыть оно не может. Где мои учёки? Не видать никого в натуре? Странно. Эу! Ну давайте им бомбомчика кинем. Что тут нам оставил Михалыч Сергеевич Петрович? О, це мои любимые канистры-то, а.
Ща мы-то супостатом-то подкинем. Опа. Так, одну сюда. А вторую вот туда. Давай, подай. Так. Попкорн взяли, очки одели. Ой, сидись и выступает. Раз. Кстати, а чё её так просто так взрывать? Там же нет зомбези. Да хотя хер его знает, может они там есть, невидимые, сука. Так. О! Нормально. Продезинфицировали местных, так сказать, всё. Ну, по мелочи, то по мелочи, вроде бы больше нету нихуя. Я, ну, как бы не знаю, но... Ни Христа не вижу, сука, окаянных. Вроде все крещенные остались. Ну, значится все. Пойдем чутка. Ох, на какие виды-то, ляпота. Ляпота-то какая. Солнышко светит, утром. Стояк стояком. Так сказать. Ох, что такое? Чё-то Яр стал походу халявить, да? Слушайте. В сторонах копачий-то что-то много гадостей. Так, внешний двор, етить его за колен. Вот оно. Дай бог, перепрыгнем. Не те мышцы-то уже. Вот я помню, я последний раз прыгал на Олимпиаде 80 в Москве, когда еще Лев Лещенко пел. День Победы! День Победы! День Победы! Это не то. Там другая песня была. Но был Лев Лещенко, я помню. Дай бог перепрыгнем, а если нет, то... Ну не разобьемся, тут 5 метров максимум. Оп! Отличненько! Ноги по... Олимпиада была хузна, когда прыгать еще умеем. Чё там за... Разборки-то, етить его. Так. Трупецкий. Не видать никого. Ага. Вот она, сука. Да ну хер с тобой, нет. ЖК у нас такое расстояние. Сейчас. Секундочку. Сейчас посмотрим, что там оставил Михайлович Сергеевич Петрович. Но должны были скинуть товарняк нам. Так. Отсеки Юпитера. Вот она бегает. Шавка охраняющая. Скотинского. Ну, этот, вертолетик-то защищает. Нашла себе игрушку, падаль. It's my дыр-дырчик. Так, где там? Слышу я плохие звуки, слышу. Гадости, походу, понарезалось-то из ада. Тут вроде бы чисто. Чисто же? Не видать никого. Так, вот она, лежит посылочка-то. Ох, это едите его за ногу, ни хрена себе. Шестиструйный шелеспюстник, что у нас здесь? Дырдоплет. О, М60, это мы помним. Гранатомет М79, ну это нормально. 51-го года, вот это мой ровесник практически, плюс-минус 100 лет. МГшечка, паратропер, ох. Етить, его это мы сейчас пошмаляем-то. Так, а кто у нас здесь такой рычит-то, а? Вот она. Ходит, смотрите. Ой, брат его там. Етить, его отдача-то какая? Ох ты, мать, ты достал! Все сдохнет-то! Собака клинит, а?
Да шо, что тут? Американская подделка! Тут, блядь, не пушка, а говнюшка. Это еще что такое? Что это такое? Это кто у нас такой тут? Любитель пошмалять. Да не видать вроде никого. Не видать. Так, ну что, давайте. Давайте, старая добрая, сейчас. Устроим сейчас Хари Кришну. Все дела. Аллах Акбар. За ВДВ. Служу Советскому Союзу. Вот, вот это пулем... Как по немцам прям в 45-м, один в один. Такие же уроды были. Да у нас, сука, нормально, нормально, да. Следующий. Следующий ствол, что тут у нас еще? Да сойдет, сойдет-то, да. Пулеметы один за... Где, сука? Что, неужели сдохли оба? Ху! Холопы, где? Я, сука, сейчас слезу к тебе. Да давай, давай, сука, спрятались они где? Где ты, сука? Пидоросня, ты двухногая, а? Чудище. Вот он. Оп. Оп. Как в фильме Терминатор. Со Шварценеггером-то, о. Всё. На деда Максима попёрли. Один в два, минус два. Вообще не напрягся. Чё это на нахуй? Говноступы чёртовы. Поутрустили ноги, думаю, сильные. Он не бачит ни хера. Сила в пушке. О, алло. Ну, в заводе-то, походу, чисто, нормально. Как есть, то. Не видать никого. Да я ждал здесь боя, не думал, будут... Нормально, нормально, хорошо, хорошо идет. То повылазили, гаврики, то повылазили, сука, на... Не всех убили. Вот, нормально, нормально-то. Зачистка прошла на ура просто. Хорошо почистили-то, о. Можно теперь и передохнуть-то. Опа. Здорово. А ты куда смотришь? А там чисто, братан, чисто. Ну, теперь точно все. Теперь можно прям залезть сейчас на нычечку, на свою-то... Раскинуть палаточку, там, кроваточку. И отдохнуть. Не пролазит опять. Костя, Костя, бедро, бедро. Блять, что ж такое-то? О, зараза, бедро правое отъел, не пролазит. Не пролазит оно никак. Спать-то как охота. Рано встал, работу сделал. Зачистку организовали. Надеюсь, ярко патчи-то почистил. Все, молодняк теперь может свободно передвигаться. И не бояться, что их зомбези-то порешают или какие-нибудь гадости журубасные. Два дядьки, два, скажем так, здешних хранителя истории.
Защитника-то, а? Порешали это все. Ох, красотень-то, красотень.